А вы знали, что сегодня, 8 декабря, Международный день художника? По этому поводу я нарисую вам три новости. Это рубрика «Короче». Поехали! А видите эту елку у меня за спиной? Уже 10 декабря она засияет праздничными огнями. Начало торжественного мероприятия в 6 вечера. Гомельчанам обещают концертную программу, встречу с Дедом Морозом и, конечно, хороводы. Одевайтесь только потеплее, а то здесь бррр. Посмотрите на снимки, которые претендовали на звание лучшего фото домашнего питомца 2021. В конкурсе, помимо победителя, выбирали лучшего в 7 разных номинациях, но ни одна из фоток не сравнилась с фотографией лабрадора Пеппера, который играет с мыльными пузырями. Это не то, что вы подумали, просто хозяйка удачно выбрала кадр. Ну и давайте также вспомним лучшую фотку дикой природы 2021. Этот снимок, напомню, получил простое название «Ой». Сильные новости почитали, сколько гомельчане потратят в этом году на праздничный стол. Мы решили обойтись без излишеств. На столе все самое необходимое. Это салаты оливье с крабовыми палочками, селедка под шубой, курочка, нарезочка, бутеры с икрой и, конечно, фрукты. Короче, нашему журналисту удалось уложиться в 100 рублей. И это без учета новогодних скидок.